Центр. У 185-го неполадки. У нас на мониторах то же самое. Прошу разрешения отправить еще двух дронов. Раз прилетел один дрон, будут и другие. Они не остановятся, пока не найдут меня. Они разнесут здесь все в ноль. Но если вы нас отпустите, я их отзову. Это ваш единственный шанс. Я бывал в этих радиоактивных зонах. Если хочешь узнать правду, только там и узнаешь. Ты рискуешь нашими жизнями, рискуешь всем. Почему ты решил, что он не такой, как все? Из-за нее. В раю без изменений. Центр. Я нашла своего техника в квадрате 37. Дронов можно отзывать. Вас поняла. Рада, что с Джеком все хорошо. Отправляю дронов на патрулирование платформ. И что дальше, Джек? Кто ты? Что ты скрываешь от меня? Джек, я... Что вы делали на том корабле? Что вам поручили? Мы собирались исследовать Титан. Мой первый полет. И у нас были такие большие планы. И вдруг за 6 недель до старта радары засекли инопланетный объект. К нему нас и отправили вместо Титана. Нас всех погрузили в Дельта-Сон. Наверное, вас с Икой вывели из сна раньше других. Что? Тем объектом был Тед, Джек. Нашей целью был Тед. Этого просто не может быть. Это невозможно. Юлия, да кто же ты? Твоя жена.